Вот и все. Это надо, ну, просто, ну, афоризмы знать. Афоризмы. Вот сказать, я такое даю сравнение, допустим, русские говорят, не играй с огнем, а огнем будешь играть, загорится. А по-немецки не играй с огнем. Малинлих дитоль фанденван, не рисуй чертиков на стене. Ну там с ошибками я сказал, но смысл тот. Не рисуй чертиков на стене, иначе они тебе в душу залезут. Смысл такой. Я еще удивился, вот лонака. Ло, это блоха, это прижать блоху. Но по-русски нету прижимать блоху. А Владимир Ульянов перевел крохобор. Мелочный человек. Там про блоху не сказано. А как ты добирался сюда? Да никак, на своих двоих. Но мы же знаем, о чем говорят, на своих двоих. Что это? На папу-маму сел и поехал? На своих двоих-то. А у Нима на ушус нрапа, ну вот и догадывайся. А мы не, слова не те, а смысл тот. Даже ложкой. И так в английском языке. Вот напишите quiet, как оно будет выглядеть. Ни одной буквы нету той. Нету. Ни одной. А там тихо там или склонно, как-то по наклонной. Это людям Бог дает. И дал язык. А почему он международным английский стал, а не русский? И что угодно говорят, но не то, что надо. Почему? Потому что у них была развита миссия на английском языке. Сектанты, еретики по всему миру разносили. Далее, изобретатели все кинулись туда. Тут объявляет наука, которая есть, это обман по другой. А там изобретают. А ведь первые компьютеры и прочие телефоны изобрели в России. А здесь запретили, зарубили, ничего нет. Это русские все везде. Вот они хотят сейчас говорят, там это Маркони главный, там у нас Попов, изобретатель радио. А его не зафиксировали нигде. Маркони везде пишут. А Маркони пришел след. У нас всегда Кулибин возле, Ползунов Иван Иванович. Это самоучки, которые здесь такие открытия сделали. Даже американский доллар-то первый нарисовал, это русский иммигрант, художник. Доллар-то и тот не могли себе нарисовать, валятся. Русские люди туда принесли не культуру только, а не искреннюю веру, православие. Русские люди. Иммиграция тоже была промыслительным делом Божиим. Так бы не поехали. Сегодня мы слышали, я на Златоуста пропасть Виктор Николаевич считал. Бог для чего дьявола оставил эту билет? Он взял да его заковал, да и нет, и нормально жили бы. Нет, где ты подвиг твой? Какой твой подвиг был бы тогда? Вот все прославляют, есть такая борьба без правил. Там они могут пинать, бить, переворачивать, душить за горло. Вот Федор Емельяненко. Федор Емельяненко. А что он сделал? Ничего не сделал. Он душил этих там американцев да других. Так с ним даже Трамп долго сфотографировался, и то орат руку жмет, там с ним стоит. Он борец по-русски. Через него люди стали знать кое-что. Он перекреститься заходит, крестик у него. Ну, конечно, это не проповедь Евангелия. Но Федор, а у них как Теодор, Теодор Луз, это Федор. Буква Т это авиольный звук. Англичане, сколько тебе надо учиться, сколько знать. А только прыгает и бегает, и больше ничего не знает. У тебя есть, допустим, в Тарасе только то хорошее, что родители дали сидеть за гитарой. А если бы не пристроили тебя, и этого не было бы. Свистушка. С собой не занимается, ничего нет. Вот она лили каждый день в барабане. И почему? Потому что пальцы должны работать. И мозги. Мозги – главное серое вещество. И как память развить? Начинает. Старое это все забывает и советует. А считайте до 100. И вот бабка сидит, считает. Раз, два, восемь, 15. Она не знает даже, какая цифра за какой. А если бы она знала Библию, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Римлянам 6:23. У тебя есть слова и цифры, все перед глазами будет. Вот сейчас сидите, заучивайте. Иисус есть. Путь истины и жизни. Он говорит, я есмь, путь истины и жизни. Там не есть, написано есмь.
Это не дословно, смысл переданный. Я не... Ты учи. И другому можешь передать. Пальцы в рот так и поднажать и засунуть. Вот засунь, все ладонь. Заучите стихи. Вот верующему не надо, чтобы память не потеряться. Память оскудеет. Не покинь меня, Господи. И там, когда оскудеет память моя. Да, прямо молитва такая есть. А почему она оскудеет? Ну так устроено. Ноги не держат. И побежать. Как будто бы я правильно на ноги переставляю. Ты смотришь, споткнулся. Отмирает все. Земля зовет к себе. А какой свет оставишь? А теперь хватился, а ничего нет. Профукал, вот у нас тут один жил, я оставил с ребятишками. А когда состарился, там все, видать, что-то не заладил, или выгнали, вернулся к старой жене, она не приняла его. Повидался и до свидания. Вот теперь шатаюсь, как пес бездомный. А где ты раньше был? Почему не думал? Мы считаем про Новосвятого, там было два сенатора. Сенатор это большое звание там. Ну, по-нашему я не знаю даже как депутатами или кем сравнить. И они между собой договорились. Тот к себе зовет его, и другой зовет. И они типа не ко мне, и тот. И он говорит, пойду к тому, кто раньше построит келью мне. Ну, они тут и соревновались, день, ночь, топоры там гремели. Но он не стал обижать и другого. В этом поживу полгода, тебе приду. Он проповедник. Это не родные дети, но не родные, а родные. А сегодня сколько покинутых, в домах инвалидов. Мать уговорили продать дом, мама, сделаем тебе. А как это дом она подписала? Продали, все, дед дом. Она в окно теперь только смотрит, и когда сын придет. У нее больше жизни нет. А если она верующая, еще бы она цеплялась. Она бы там молилась, другим свидетельствовал о Христе. Он ей не нужен, сын-то. Вот что ей даст-то? Она беззубая, глухая. Ну, привязана. У верующих все по-другому. У него неотъемлемое сокровище Иисус. Иисус Спаситель мой. Она живет для Господа. И поэтому бросили его, взяли в плен, приговорили к смерти. Никакой роли для достижения цели не играет. Я со Христом. Я другим буду свидетельствовать. Если ты христианин, твоя цель, она вдаль, и вот где-то тут. Ты видишь Царство Небесное. Ты ради Бога это все. И вот эта любовь Христа объединяет нас. Мы разные. Из разных мест. Это из Красноярска, это из Канады, из Барнаула. У нас тут были, откуда только не было. Из Бразилии, Аргентины, из Греции, Германии, Франции. Я перечислять только буду, сколько. Разные люди, но объединяющая сила – это Господь Христос. Мы Его любим. Он нам открылся, дал свет жизни. Мы не знали этого. И поэтому, вот я говорю, я уезжаю, я вас жалею. Куда ехать? Когда раннее вставание, у вас нигде этого не будет. Там только ешь больше, спи дольше. Любая бабка. Ешь больше, спи дольше. Покатился колобок. Бабушка. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а от родни уйти не смог. У нас все для благочестия и жизни во Христе. Все. Колокольчик, как вы бежите. Как работаете. Вы даже не понимаете, у вас когда работаете, как мускулы работают, какой аппетит. У вас ничего не будет. С утра до вечера запишем вашу жизнь, там ничего этого не будет. И куда ехать? Уже приехали. И родители думают ехать. Это неверно во всех отношениях. Не полезно. Тем более вами там никто не нуждается. А мы нуждаемся в вас. Нуждаемся. Даже в отце, вот он помогал, там кабель добывали, где, и он работяга такой, ваш отец. И нам жалко его отпускать. Он не просто работяга, он специалист. Сразу раз энергию провел. Для этого у нас был там в Барнауле точно так же. У него как бы болезнь какая, страхи такие. И мы стали молиться, и он пишет, как ему стало лучше. И здесь он катается на мотороллере, а там у него это, ну ничего этого нет. Зайти вот так, аккуратно, ну видели как, мужская половина, женская, стоят люди, как каждое слово тебе может дойти до тебя. Там ничего этого нет. Пошел чужой, под бока тебе наширяли, пошли, вонючие свечки, торговля. То есть ничего этого нет.
здесь Царство Небесное приблизилось к тебе. Я куда-то поеду. Но я считаю это наказание, решение важного, а ничего в ответ. Взамен он ничего не получит. А чем это можно компенсировать? Да ничем. Вы приедете, где бы ни были, работы у вас не будет никакой. Может это полить там или что-то. Какие подруги у вас, смотри. Ну ты посмотри вокруг, что за люди. Даже вот такого надписи, вот такого, такого убраться, комнаты нет нигде. Строгое соблюдение постов. Притом такое соблюдение, но не в тягость, лишь разнообразие пищи, питья. Выше фамилии. Это там все не валять-то будете, нет. Этого нигде не добудешь, ни за какие деньги. А тут вышли, повалялись, подышали, опять забежали. Я беру мелочи, но в этих мелочах столько всего. Пошел, видно, и Исаака освещать там. Не ездите. Просто не ездите. А можете ли вы так, чтобы не поехать? Не можете, но молитесь. Молитесь. Так, сядь прямо. После еды никогда не переживай, живу. Раз утробу набило, дай провалиться пищей дальше. Ты понимаешь, тебе это как полезно. Говорили маму подольше побыть. А ты видишь, как уже отплыла. Ляжешь спать, пораньше сегодня. Ложись. У нас все это обдумано. Вот сегодня раз поспали, чтобы в храме не дремали. А где-то там у вас будет, и этого не будет. Не будет. И ваши там поступки, а кого вы одни, там никого нет. А здесь посторонние люди, которых вы никогда не знали. С другой местности. Это характер подтирается. Ты видишь, что надо было уступить. Здесь настоять. Пойдете так собирать клубнику, ягоды? Нет. У нас дальше малина будет. Купаться, идете босыми ногами. Ничего этого не будет. А босыми ногами это здоровье, ты не будешь болеть. И везде молитва. Пошли три поклона. Пришли на ягоды, помолились. Вы закончили ягоды брать, помолились. У вас нуль. Нуль вот такой, ничего, везде, ничего этого нет. Тарас, вот хватит. Хватит. Я еще раз сказываю то, что вы знаете. Об этом молитесь, и с родителями я поговорю. Они все равно поедут, да, они поедут. Они поедут. Но я им расскажу. Будет время, вы будете очень-очень жалеть, желать, но ничего этого уже не будет. Не будет, не будет нас, не будет вас. Мы даем человеку возможность в любой момент дня где-то иметь общение с Богом. Где мы на работе, где мы раз помолились. Поели все? Что-то за щекой уже. Давай, пожалуйста, давай. Посмотри, какая команда. Какая дружина. И куда ехать? Господи, слава тебе. Ты дивно велик, всемогущий Создатель. Кроме тебя нет иного Бога. Мы хвалимся тем, что знаем тебя и любим тебя. Благослови нас всех. Если угодно, положи на сердце Василию и Наталью. Остаться здесь. Слава тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Сейчас будем мешки показывать, кому что надо. Так, шторочки маленько опустите. Шторки закройте. Шторочки опустите. Пожалуйста. Сзади, левее, закройте вот там шторки. Кому что надо. Налила, скоро. Так, отойдите маленько. Дайте мне побандочки. Вот по сторонам уйдите. Пол у нас чистый. Мы на пол вывалим, а вы скинете. Нет. Вот. Вот. Так, смотрите, кому что понравится. Мама! Ну-ка, ну-ка, маленько, дайте, встаньте нам. Тихо, тихо. Встаньте. Смотрите.
Но... На твой голос нет, мало. Бесплатно. Нам принесли, вас даже. Так еще, кажется, были мешки, только два. Еще были, да, там еще. И кажется, на спине. Подожди. Моя семья. Разбирайте, кому что надо. Так, маленько, еще дайте ей место. Раздвиньтесь. Дайте вот сюда. Вот. Давай. Бери, сгодится. Что ты перешлёшь? Не короткие. Ну-ка, встаньте, старайся. О, смотри еще что, глянь. Мое. Дядь Володя. Мое. Ну там, наверное, что-то есть. Целуй мне. Мое. Вот, смотри. Свитер. Ну посмотри, какие кофточки. Я загуляю, его возьму. Можно мне? Пожалуйста. Ну. Девочка, ну, мне посмотри. Давай. Залез, куда залез. Дядь Володя. Смотрите, какие брюки. Брюки такие. Вика, Виктория, это Кириллу подойдут? А? Они, наверное, маленькие будут. Я пошли на. Это для брата своего. Ну, смотри. Для нескольких. Мне не по голове, а ему. Может, Ваньке это? Не, ему тем более не по голове. Шапочка для бабушки. А вот смотрите, еще такое. Мне вот эта кофточка. Тихонько не дергайте. Я вижу шапку. Это большие тебе, большие. Что это за мешочек? Хорошо, и рукава. Подождите, какой я тебе сочинил? Нет, тебе рукава, и это пиджак.
Вот смотри, сколько уже вещей ты набрала. Слава Богу. Смотри, рубашка. Так, это я выбрала. Смотри, я выбрала. Это платье, платье, платье. Это платье, платье, платье. Это уже покрывает Ливия. Для Вани. Для Вани. Для Вани хорошо. Это в Вани палится, что лучше не обрежешь. Вам очень идет. Вам очень идет. Наташа, там два пир у нас. А вот это еще такое не пойму. О, это плащ. Одеяло. Одеяло. Одеяло кому надо? Дай. Зачем он? Можно мне? Смотрите, радость какая. Мама, привет, мне дадите. Мама, а я взяла себе. Вот это. Они уже все. Вот, смотри, какие ритузы. Сбоку не пойму, карман или дырочка какая-то. Это вот на зиму хорошо. Бери на зиму. Вот ребятишки-то, знаешь, как это хорошо? Споди отдельными, нет. Короткие, брат, тебе. Будь по-хозяйски. Придешь, что ты принесешь? Короткие. Короткие, ну. Тебе это очень хозяйство. Посмотри, может, там, если подвернуто. Так кому так? А мне взяла розовый свитер. Молодец. Да, мне нравится. Что? Возьмешь, нет? Давайте. А? Давайте. Вот, подшить. И, пожалуйста, настоящие брюки. Убирай. Где-то на шкаф. Это очень похоже на мои. У меня такие же. А это что? Пальтишко какой-то? Это пиджак. А? Это пиджак. Ну, возьмешь? Не, мне не надо, у меня есть. Спасибо. Можно мне пиджак? Они, кстати, ткань хорошая. Да, уж выйдешь, мужу подаришь. А кого это все пришло? Это с Барнаула. Набрали. Какие-нибудь травы хорошо хранить там, еще что-нибудь. Какие-нибудь травы хранить или еще что-нибудь. Травы. Леонида хочет. Леонида не хочет. Это не новые даже, видите. Давай. Лоточек. Знаешь, как он выглядит? Лоточек, чай. Просим, говорим. Да он не потерял, он тут и был. Погоди. Маша сейчас остановка повалилась. Возьми лоточек на зиму. Вообще. Возьмешь? Положи. Ну, давай. Задницу перешить и будешь ходить. Я порвала. А нет, потом не из них сделали. Это, мне кажется, нет, это узковато. А можно мне, например, не нравится? Да, не маленькие. Это типа Ваня Дробота. Нет, это вот он. Леонида, что ли? Леонида, не тебя упала, нет? Маша, это ты брала, упала? Мама, это просто нормально? Давайте мешок завязывайте.
вместе фотографируем. Шапочка где? Вот, однако, я возьму подарок. Никогда тапочек не было. Я их возьму, потому что иногда выходить шарику еду давать, а бывать они охотно. Смотри, какая хорошая шапочка, да? Смотри, здесь подвесла. Бери, так она теплая. А у меня другая шапочка. Вот сумочка есть, вот бери ее. Вот, раз. Так, кто взял материал и не знает, куда положить сумочки, вот смотри какие. О, можно сложить свои вещички? Можно мне сумочку? Не-не-не, сумочку. Смотрите, какая меня сумочка. Ну, у тебя же пакет есть, а сумочка это просто. Смотрите, какая у меня потная сумочка. Тогда я отвечу эти мужчины. Володя, дайте померить. Володя, тогда отнеси, отнеси. Пусти нам.
Да, туда же, с тем мешком. Только мешок вытащите назад, принесите. Мешок назад. Только это, оденьте сапоги. Софья, сапоги одень, а то он замораешь колготки. Или носки. Блин! Брашку стыдит. Дай мне тихо найти. Это чья? Это моя. Потом поможем. Где она? Где моя кепка? Дай мне тихо найти, вот еще. Давай, кошку. И кошке что-то досталось.